Давление! Нет, шайба не попадает в ворота! Высокобюджетный сейв Василевского! Близки были хозяева к успеху, но не сложилось. Ну и тут что называется, когда вратарь, защитник-то поденешь. Ну а Василевский еще и местный, это тоже важно. Вы слышали, как его приветствовали? Получается, Андрей Василевский выходит победителем из этого противостояния. Чуть-чуть не хватило, буквально нескольких сантиметров Денису Паршину, чтобы перебросить щиток Андрея.